Это аэропорт Баку. От города до аэропорта около 35 минут езды. Аэропорт имеет два терминала. Это первый терминал. Терминал был возведен на месте старого советского аэровокзала. Современный терминал считается архитектурным шедевром в стиле футуризм. Дизайн был разработан турецкой компанией «Атабан». Бакинский аэропорт нам очень понравился. Тут созданы максимальные удобства для пассажиров. Пассажиры тут себя чувствуют, как у себя дома. В аэропорту много места для отдыха. В кафе и ресторанах цены достаточно приемлемые. В аэропорту работает высокоскоростной Wi-Fi. Чтобы подключиться к Wi-Fi, не нужны никаких регистраций, как в некоторых аэропортах. Аэропорт оформлен очень красиво, ничего личного. В паспортно-контрольных пунктах сидят очень вежливые девушки и молодые люди. Они всем говорят «добро пожаловать в нашу страну» или желают хорошего полета. К сожалению, в некоторых аэропортах работники паспортного контроля какие-то недовольные, высокомерные. Аэропорт не очень большой, но очень комфортный. Продолжение можно посмотреть по ссылке в описании или в комментариях.